Добрый день! Сегодня поговорим об агрессивности. К сожалению, все или почти все сумасшедшие. Они могут сказать грубое слово, они могут броситься с кулаками на человека, который 10 минут только видит в своей жизни. Они могут самому близкому человеку ткнуть кулаком в лицо или в грудь. Мир сошел с ума, я считаю. Может быть, это напряженный темп нашей жизни, может, какие-то стрессы, но... Давайте чуть поспокойнее, уважаемые друзья. Если вы зашлись в своих эмоциях, если агрессивность вас захватывает, вам пора к врачу-психотерапевту. Врач-психотерапевт спасет вам жизнь в буквальном смысле. Потому что некоторые люди, особенно когда они выпивают, они идут по улице, если еще 2-3 человека рядом с вами, ощущение толпы, мощи возникает. Вот вы случайно там встречаете какого-то человека, начинаете его задирать, вам кажется, что вы сильны, и вы не понимаете, чем это может для вас закончиться. Вы ведь не знаете, может быть, этот человек боец профессиональный, а может быть, он не боец, он какой-нибудь невротик, но он всегда где-нибудь с земли может поднять арматурину и ударит вам со спины по голове. И все, вы превращаетесь в овощи, лежите и мочитесь под себя. Поймите, агрессивность до добра не доведет. Сколько бытовых убийств происходит на этой почве? Семьи кровью залиты многие, пожалуйста. Чувствуете, что вы уже перебираете в эмоциях, обратитесь к врачу-психотерапевту, и мы спасем вам жизнь или избежите тюрьмы. Ваш врач-психотерапевт Гужагин Виктор Владимирович. Избавление от зависимости. Доктор Гужагин. 89 72 52.